Энегердин тилине сизди кылып чамбагла. Үйнөгө теңдешсиз манастай эпосту берген. Чыңгыздай аалам жарчысын берген кыргыз тили касиеттүү тил. Торжественное мероприятие, приуроченное к 33-летию принятия закона о государственном языке Кыргызской республики, было организовано в целях реализации итогового месячника плана мероприятий по государственному языку. В рамках месячника была представлена информация о переводе делопроизводства городских учреждений на государственный язык, о развитии, распространении, совершенствовании кыргызского языка. Мазмунду, жакшы, жатып, букура кыргыз тилинде жазылган. Делопроизводство на кыргызском языке – это отличная возможность улучшить знания родного языка среди сотрудников. Ведь каждый гражданин страны должен знать в совершенстве кыргызский язык, уважать его и ценить. Отдел развития государственного языка мэрии города Бишкек в сентябре текущего года организовал специальный конкурс на ведение делопроизводства на государственном языке. В нем приняли участие специалисты районных администраций, структурных и территориальных подразделений мэрии города, муниципальных предприятий, дошкольных и общеобразовательных организаций. Подведены итоги конкурса «Лучшее учреждение, ведущее делопроизводство на государственном языке», отобраны победители номинации «Лучший специалист» и награждены специальными дипломами. Начинали организовывать данное мероприятие по оценке муниципальных служащих госмуниципальных учреждений, что будет рассматриваться на подготовку наличия внедрения госязыка, делопроизводства. Мы тоже очень готовились. Были там критерии отбора, к которым обращение граждан, протокола, обмен писем между вышестоящими учреждениями, нижестоящими. И вот на сегодняшний день для нас было, конечно, это неожиданно, когда еще первым еще и мэр вручает это вдвойне как-то этот. Да, у нас прошла проверка, на каком языке ведется делопроизводство, но мы уже давно все документы вели на кыргызском. Даст Бог, продолжим развивать и дальше наш родной язык. В торжественном мероприятии приняли участие руководители Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике Республиканского общества Кыргызтили, Бишкекского городского кенеша и других учреждений и организаций, представители общественных организаций и горожане. Айсулу Мурзакова, Алтынай Шайдулдаева, Эсен Усенов, СТВ.